Всем привет, наши дорогие подписчики, гости нашего канала. У нас уже время обед, я только включилась. Мое видео, кстати, начинается не с огорода, не с наших чудиков хозяйства, а с меня любимой. Кому надоело, сразу предупреждаю, можете выключить, потому что я буду сейчас вещать о наших с вами планах. Я сегодня с утра получила уже задание съездить в центр, так что у нас сегодня по программе это небольшое путешествие по Дмитриевке. Надо посмотреть, узнать, сколько стоит ларь морозильный и камера. Потому что скоро начнется забой бройлеров, да, и нам она просто необходима. Сашуля говорит, ну съезди уже наконец-то, узнай, сколько стоит, и будем уже принимать решение, что нам больше всего подходит. Ну и от цены тоже будем отталкиваться. Ну, мужчины, как всегда, Янусь, ларь, он большой, он вместительный, а мы, наверное, женщины немного по-другому мыслим. Я хочу, чтобы было и визуально красиво, и мне удобно. А, например, овощи в один ящик, ягоду в другой, мясо в другой. Мне кажется, так намного удобнее будет мне. Ну вот Сашуля меня уговаривает, прям вот пена изо рта доказывает мне, что нет, ларь будет лучше и... В общем, все, другого варианта никакого нет. Ну, я, как всегда, стою на своем, говорю, давай будем спички тянуть. Ну, в общем, надо еще сначала посмотреть вообще, прицениться, и потом уже будем думать. Ну, надо уже скорее определяться, потому что бройлеры наши подросли, и потихоньку уже их нужно вырубывать. Да, как бы жалко не было, еще раз повторюсь, да, это жизнь, и мясо мы все любим, так что... Другого варианта просто нет. Мы растили их для того, чтобы есть. Читала тоже комментарии. Яна, отпустите их. Ну, в общем, пишут всякое разное. Да, конечно, может быть, где-то дико смотреть, что вот мы с ними сюсюкаемся. Ну, любой человек привыкает к животным, к хозяйству, и потом, да, очень жалко рубить. Ну, наверное, все это приходит с годами. Как помните, папа, когда приезжал из Казахстана, тоже с ним сидели, разговаривали, ну, и вот, да, рассказывал, что сначала, да, было жалко, а потом уже тюк, как бы, и все. Наверное, все приходит с опытом, с возрастом, и вот мы еще молодые, и поэтому, наверное... Так все жалеем, вот, надо просто к этому относиться немного проще. Так, потом хочу я заехать еще на Валберес, я себе заказала на лето сандали, вроде бы померила все, мне понравилось, но когда пришла домой, посмотрела, что-то вот, знаете, в сердце не ёкнуло, как я люблю говорить, и как-то меня больше склоняет к тому, что надо их отвезти обратно, еще что-нибудь посмотреть и выбрать другое. Ну вот сейчас, как с вами поговорим, обязательно их вам покажу. Так, и хочу я еще заехать в мебельный магазин, но уже не могу я смотреть на наши в кухне стулья, хочется обновить, да, докупить, чтобы было все красиво, уютненько, вот, в общем, хочу просто тоже пройти, посмотреть, прицениться, узнать, уже 100 лет не была в мебельном магазине. Так, что еще хотела-то вам сказать? Все, наверное, всем хорошего дня, отличного настроения, никуда не уходите, оставайтесь вместе с нами, потому что я беру вас с собой, чтобы мне было не скучно. У нас на улице так стало пасмурно. Надеюсь, что я сейчас под дождь не попаду. Ну и как обещала, показываю вам сандали, которые я себе выбрала. Не знаю, я прям от них была в восторге. Но вот пришла домой, померила, посмотрела еще раз на себя в зеркало. И мне кажется, ну что-то не то. А так они вообще, посмотрите, какие модные, стильные, качественные, легкие. Нога в них просто отдыхает, спит. И вот даже сейчас... Смотрю на них и думаю, не буду ли я потом жалеть, если сейчас отнесу и сдам. Ну, всегда можно заказать снова. Просто мне кажется, что вот эта вот замша придет быстро в негодность, несмотря на то, что я аккуратно хожу в обуви. Ну, не такая она потом будет, что ли, красивая, как сейчас. Так, ну давайте ради вас сниму носок, примерю. Так, покажу вам, как они смотрятся на ноге. Потому что так смотришь, вообще непонятно. Вдруг кто сейчас увидит, тоже такие захочет. И мне очень нравится, что, видите, можно все отрегулировать под свою ногу. У кого-то высокий подъем, у кого-то нога широкая, узкая. А здесь вот так вот они смотрятся. Вообще классные.
Но у меня, видите, и так 45-й растоптанный, и они такие громоздкие, мне кажется, что-то не то. А так сандалии, ну такие стильные, моднявые, посмотрите, смотрится вообще круто. Сашуля мне говорит, Янусь, оставляй, ты чё, классные будешь потом жалеть. И вот, может, правда он мне говорит, а я дурында отнести хочу. Напишите, классные, нет, или все-таки правильно я сделала выбор их отнести. Ой, ну смотрю, нравится, но что-то меня смущает. Не могу объяснить, но вот что-то не то. Не знаю. Ладно, все, хватит, надо выезжать. А то, видите, на улице вообще пасмурно-пасмурно. Сейчас, скорее всего, дождь ливанет, а мне надо побывать везде и всюду. Вышла на улицу, а у нас тут моросит дождь потихоньку. Так что сейчас быстренько мчим на Валберес, отвезем обувь и там уже будем отталкиваться по погоде. Еду я, конечно же, на своем Mercedes-Benz. Думаю, мы сейчас быстренько домчимся, и нам никакая погода не помешает. Так, закрыла я сарай, тоже в роллер загнала. А то погода такая, не дай бог, все заболеют, на ноги попадают. И все такое зеленое после дождя. И так было все зелено, но сейчас, мне кажется, прям вообще-вообще зелено. Ладно, все, я поехала. Я уже почти на месте. Дождь у нас так и продолжает моросить. Ну, а я остановилась, чтобы вам показать нашу красоту. Знаю, что многие полюбили Дмитриевку и всегда просите в комментариях показывать ее больше. Если будем ехать обратно по этой же дороге, то остановимся поближе, покажу вам. Вон, видите или нет, две большие клумбы. Там растет петуния, красная, белая. Но очень-очень красиво. Все так зелено, тепло, ветра нет. И дождь мелкий моросит. Ну, красота, а не погода. Да, конечно, мы иногда бубним. Дождь надоел, хочется тепла, солнышко. Лето на улице, а мы тут мерзнем, в куртках ходим. Ну, а с другой стороны, не будет дождя, не будет урожая. Так что надо быть благодарным природе за любую погоду. Ну все, мы на месте, приехали. Хотела вам еще показать, какая тут рядом красота. Посмотрите, какие туи шикарные. Кстати, многие писали в комментариях, что им туи не нравятся. Вообще они некрасивые, не знаю. Я от них в таком восторге. Мне кажется, была бы не против, чтобы у нас они росли везде во дворе. И посмотрите, какие тоже шикарные розы. Они не только шикарные, но и ароматные. Я уже понюхала. Петунья такая вот и беленькая, и красная. И вот когда мы только переехали в Дмитриевку, я помню, что эти туи были, ну, не такими большими. И даже подходила к продавцу, узнавала, что они делают с ними, чем поливают, что они так быстро растут. Сказали, просто поливаем, ничего не делаем. Просто им, наверное, повезло. И тут место такое подходящее. Посмотрите,
Они просто зеленые, нигде нет никаких коричневых пятен. Ну вот прям маленькая-маленькая, ну просто шикарный туя. Вообще бесподобные. Вот такая вот красота у нас возле магазина. Там дальше идет садик, детский сад «Березка», куда мы ходили. Детская площадка. И тут можно погулять вечерком, кто живет рядышком, на свежем воздухе. Ну, а мы идем в магазин, собственно, смотреть то, что нам надо. Надеюсь, приехала я не просто так. Есть два варианта. Вот такой вот морозильник «Атлант» стоит 27 тысяч, но он небольшой. 240 объем морозильной камеры. Хотели мы побольше. Вот так выглядит внутри. И есть ларь. Он, по-моему, стоит что-то 29, что ли, сказали. Вот такой вот ларь есть. 230 литров мощность, экономичный, гарантия качества. Ну и в принципе все. Кто знает такую фирму, напишите. Вообще хорошая, нет, первый раз встречаю. Холодильник, смотрите, какой красивый, «Бирюса». Такой вот магазинчик у нас. И тут посмотрите, какая красота. Раньше плавали черепашки две, а сейчас рыбки. Да, на это можно смотреть просто вечность. Мечтаю, чтобы у нас дома тоже был такой большой, красивый аквариум. Знаю, что за ним ухаживать сложно. Но что, если хочется? Ой, какие манюнчики маленькие. Так, ладно, я все узнала. Поэтому можем теперь ехать домой. Сделала фоточки. Уже потом все обговорим, как придет Александр Николаевич с работы. Хочу еще заехать я в мебельный магазин. 100 лет там не была. Посмотреть вообще, что там новенькое привезли, и все. Как я не успокоюсь, очень хочу стулья в кухню. Вот стоят эти два стула ни туда, ни сюда. Может быть, сейчас что-нибудь найду подходящее. Вот сколько ходила, знаете, смотришь, вроде как ёкает, но не так сильно, чтобы прям вот все залезть в рассрочку и радоваться. До такой степени еще не ёкнуло. Так что сейчас зайдем, посмотрим. И вот все-таки почему-то я больше склоняюсь к морозильнику. Не всегда ведь у нас будет столько мяса, и надо как бы задумываться, наверное, на будущее, чтобы удобно было и ягоду, и овощи какие-то тоже. Ну, не знаю, не знаю. Еще дома поговорим, и там уже решим, что лучше брать. В общем, большой стоит «Атлант» Snow Frost 41 200. Вот, если заказывать, ждать доставку 2 недели, ну и можно оформить рассрочку. Это очень удобно. Я уже в мебельном, смотрю, столько всего нового, красивого завезли. Ну, давно мы тут с вами не были. Давайте немного прогуляемся, покажу вам. Смотрите, какие яркие стулья, прям оранжевый такой цвет. Вот, тоже очень красивые, зеленые, 4200. Стул «Леон» называется. И стол прям подходит, да, к ним. Красивенько. Кровать тоже такая двухъярусная. Столы, кровати. Вот такая вот, например, 6800. Знаю, что вам интересно всегда цены сравнить. Такая, например, 16700. 9800. Такая тоже 9800. Это столы. Смотрите, какое
клевое компьютерное кресло. 11400. Такое прям яркое-яркое. Вот как у нас будет офис у Александра Николаевича, тоже ему подарим какое-нибудь такое удобное кресло. Так, а мы идем смотреть стулья. Вот тоже интересные. В белом цвете. Но мне почему-то такие вот не особо нравятся. Вообще на них не ёкает. А так, когда смотришь, кажется красиво, хорошо. Но себе такие не хотела. Так, ну, стульев, в принципе-то и нет. Все в основном стоят старенькие. То, что было. Зоны тоже, смотрю, появились прям много разных. Смотрите. Вот такая, например, 22800 в черном цвете. Сколько стоит? 16800. Вот серенькая. Кстати, да, интересная. Мне кажется, нам такая бы подошла. Стоит она 18500. Не, ну такое тоже не хочу. О, ну это прям такая роскошная. Была бы у нас кухня побольше места, я бы купила такой нам диванчик. Прям видно, что качество такое, цвет весь переливается. Тут все, не знаю, вот такое я люблю. Ну и стоит она чуть подороже, 25400. И, скорее всего, вот этот вот уголок разбирается и получается спальное место. До этого привозили что-то такое похожее. Ну, вообще, очень красивое. Зона, смотрите. Хотя, в принципе, можно нам, да, замерить. А, можно ведь переставить. И вот получится длинная сторона, где диван, потом уголок, и где часы уже вот этот вот маленький будет пуфик. Я думаю, что можно без проблем переставить все это. Ну да, конечно. Это... Скорее всего, можно без проблем переставить. Но вообще, классная вообще. Шикарная зона. Мне очень понравилась. Надо узнать размеры. Пишите, как вам. Так, ладно. Поглядели, посмотрели. Сейчас узнаю размеры. Прикинуть уже дома. И будем отталкиваться. Ну, надо уже, надо. Купить стулья или зону. Ну, в общем, что-то надо докупить. Все, ладно, прогулялись. Анютика тут шлепки. Сейчас домой приеду. Все вам покажу. Едем домой сейчас. Времени еще есть, хватает. Сашуля приедет с работы не скоро, поэтому мы сейчас с вами будем чистить роллеров. Вот хожу, а сердце и душа болит за них, что они там сидят в сырости и холоде. Thank you.
почистила бройлеров, села на качельку, дети выбежали побегать немного во дворе. Максимка, как всегда, на своем любимом гамаке. Очень не хватает им друзей, болеют. Ну а что, выздоровят, еще успеют наиграться. И тут Анютик лежит вместе со мной на качели. Хорошо. Почему без кофты? Холодно. Сейчас замерзнешь. Вышла в футболочке. Покажи сандалики свои. Не сандалии, а шлепки, точнее, гелевые. Такие мягкие. Угу. Они резиновые. Мягенькие, удобные. Смотрите, какие прикольные. И на ножки смотрятся. Хорошо. Спасибо. Ой. Красивенько так, но... Ну, мои лучше, дочь. Ну, видите, как на ножки аккуратно смотрятся. И бегать удобно, говорит мама. Прям так мягко-мягко. Сейчас. Я не в дома ходила. Угу. Сейчас уже папа наш придет с работы. Будем ставить столбы. Так что покачаемся с детьми. И будем, заходить домой, разогревать ужин. Что тут у него? А, да, точно, в виде сердечка. Не, ну вообще классно, я даже сама себе такие захотела. Мы вообще хотели... А там размер есть? Мы хотели белые, но белые разобрали. Остались желтые, синие, черные, розовые, ярко-желтые. Белые просто вот такие обычные, без вот этого. Да, без Мишки. Ну а мы-то с Мишкой хотели. Ой, ладно, все. Я теперь спокойно бройлеров почистила. Они теперь там бегают по мягкой перинке сухой. Сейчас замерзнут и домой забегут. А потом говорим, болеем, выскочили. Маму потеряли. Куда делась? Замерзла. Домой давай. Все, буду загонять их.
У нас уже на улице темнеет. Я только заглушила триммер. Все ходила, косила траву, а Сашуля ставил столбы. За сегодня он поставил 5 штук. Вот. Один, второй, третий. И вон он там дальше продолжает ставить. А наши курику все еще гуляют на улице. Ну, потихоньку заходят домой баиньки. Ой, хорошо поработали. Даже не хотелось камеру включать. Да, Сашуль? Да. Всем привет. Инночка сегодня ударь. Ну, ты прям... Роллеров чистила, кто-то траву везде косит. Ты мне на завтра поменяй. Я уже думаю, когда она уже угомонится, домой пойдет уже. Стыдно домой идти. Приходится вот месить. Ага. Цемент. Столбы ставить. Уже хотел бросить, но я витримером. В итоге я вынесу. Кашу. Так, минутку, и все, можно идти. Ой. Вот. Осталось нам совсем немного. Совсем чуть-чуть. То по одному столбу в день, то сразу 5. А, 4? А я 5 насчитала. Наверное, я просто хочу 5. Цифра такая красивая. Не, вы видели этот взгляд льва злого? Дети там дома отдыхают. Ну ничего, завтра они поработают. Я ведь сегодня... комар! Кровь мою пьет. Я ведь сегодня только косила, а завтра мы с ними выйдем. Будем собирать траву. Вот такая вот кашица отправляется в ямку. Еще у нас есть такой железный прутик. Арматурина. Чтобы там делать манипуляции с цементом. Ой, ну хорошо поработали, я так рада. Мы, кстати, хорошо, что бассейн не начали мыться, Шуль. Сейчас бы трава вся эта летела. А так косила, не боялась. И вообще надо на Валберес сегодня зайти посмотреть вот этот вот... специальную крышку, чтобы накрывать бассейн от всякой пыли и грязи, а то мы так устанем мыть такой объем. Ой, ну хорошо. Сколько еще, Сашуль, столбов осталось? Ты считал? Еще тут раз, два и раз, два, три, четыре. Четыре еще. Четыре столба еще осталось поставить, и потом уже будем варить перекладины. Ну и там уже останется ерунда. Просто крепить профлист. И все. Я буду держать, а Сашуля шуруповертом. Бжик, 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 бжик. А, еще самое тяжелое – это ворота. Ворота – это тяжело. Ну ничего, я думаю, что справится. Так, ладно, тебя тут захвалили. Все показали. Я говорю, тебя захвалили, все показали, что ты делал весь вечер. Надо ведь и свою тоже работенку показать. Покажи, ну, как я там траву покосил сегодня. Ага. Ты мне, Сашуль, леску, главное, бензин давай намешай, чтоб я завтра докосила здесь за домом. И где машина стоит, надо ее отогнать, а то я боялась, там камни летят. У нас ведь бетон, а он весь уже раскрошился. И вот эти камни в разные стороны. Было страшно там косить. Поэтому, ну и уже все, куда косить, когда на улице темень, ничего не видно. Так, скосила я тут, видите, полностью дорожку в огороде. Там, где у нас саженцы, тоже все скосила. Завтра будем собирать траву. Ну и основная часть, это, конечно же, двор. А вы видели, вы тоже вспотели, как и я, когда я косила, где бархатцы. Нужно было прям милитровать, чтобы... их не сбить, не скосить. И тут вот такой вот тоже порядочек. Все, отодвинула от сарая, скосила велики. И все, у нас никак руки не дойдут до того угла, чтобы оттуда все убрать. И там у нас будет стоять качеля. И мы поставим туда еще столик. Там так тихо, хорошо. Дождь даже, если пойдет, будет не попадать. В общем, такая уютная зона. И как раз весь двор будет на обозрении. Сидишь, пьешь кофеек или любуешься. И бензин у меня как раз там уже все подходил. Да, и бензин
подошел к нулям. Как раз бы уже, наверное, заглох. Я сама его заглушила. Тут все скосило. У Альфы видели, какой лес стоял. Хотя вроде недавно мы косили. Ну, трава растет не по дням, а по часам. В общем, скосила я до того места, где машина. И все, там уже не стало ничего трогать. Так что завтра тоже работы много. Все это собрать, подмести, руками дорвать, где триммером. Ой, не получилось. И потом можно будет уже вечером любоваться. Завтра пятница, выходные. Надеюсь, погода наладится, будет солнечная. Так хочется сходить с друзьями на речку. Какая речка? Столько дней было холодно. Ну, вообще, мы хотели просто прогуляться в ту сторону. Вот видите, погода нам не давала этого сделать. Альфуша бедная так испугалась. В будке спряталась. А, сейчас переключусь, расскажу, что мы все-таки надумали и на чем остановились. Это по поводу холодильника. Посмотрите, весь бассейн какой грязный. Нужно будет его тоже мыть. Работенка не кончается. Включили свет. Сашуля там не готовит триммер на завтра. Уже леску поменял. Теперь заливает бензин. И слышите, мотоциклисты гоняют, гудят на всю Дмитриевку. Сейчас сидели, разговаривали. В это время мы как раз в том году ездили в Казахстан. Вот сегодня или когда? Вчера мы бы как раз выехали в Казахстан. В общем, сидим сейчас, вспоминаем, разговариваем. И как будто мы никуда и не ездили. Все так быстро пролетело. Мы ездили на сколько? На 14 или 16 дней. Все так пролетело бегом. Ну а что, родни много. Всех раскидало. Все живут кто где. К одному заехал на 2 дня, к другому на день, на 2. И время пролетело, так ничего и не поняли. Ну и вот нахлынули такие приятные воспоминания. Вообще часто вечером вот так вот пересматриваем видео. Как ехали, как гостили. Вообще такая, такая память. Ой, комары загрызают. Ой, как я рада, что мы купили эту качельку. Кстати, многие спрашивали, Яна, сколько такая стоит. Многие даже предположили, что мы отдали за нее 14 тысяч. Мы за нее отдали 5,5 тысяч. Я считаю, что за эту цену качество, ну, просто хорошее. Не знаю, мы вот со Шулей садимся, выдерживает. Хватит, я считаю, что ни на год, ни на два. Посидеть так вечерочком вообще хорошо. Ой, загрызают, загрызают комары. И на улице сейчас так тихо, тепло. Скорее всего, завтра будет нас радовать солнышко. Хотя на небо смотришь, оно такое темное, угрюмое. И даже и не верится, что завтра будет солнышко. Ну, хочется в это верить. Все, закрываем сейчас все сараи, гаражи. Посидим, Алёха, и будем заходить. И никак и не переключусь, чтобы вам рассказать, что я там узнала в магазине. Включилась прям совсем на чуть-чуть рассказать, что я узнала в магазине. Его час ругались с Александром Николаевичем. У нас с ним разное мнение. Первый раз, наверное, что мы не заодно. Я предлагаю не ларь, а он за ларь. Говорит, янусь, туда я больше влазит, вместительность, не знаю. Я говорю, сегодня у нас есть столько мяса, завтра нет, и как бы нужно заглянуть что ли в будущее, и мне будет удобно намного, если ягоды в одном ящике, там овощи в другом ящике рассортировать, так все хорошо. Ну, не знаю, он прям вообще пыхтит, дымит, говорит, вот ларь лучше, а я все-таки настаиваю на том, чтобы купить как холодильник, морозильник, не знаю, мне нравится больше всего. Я думаю, что будет намного удобнее. Узнала большой такой, да, 1,85 м. В общем, как наш холодильник Атлант системой No Frost стоит 41 500. Если заказывать сейчас, ждать 2 недели. В общем, будем еще с ним разговаривать, думать. Но мне кажется, что так намного практичнее, лучше будет. А ну-ка, фикс! Вот, так что не знаю, чему
к чему мы придем, ну, один тянет на себя одеяло, другой на себя. В общем, наверное, будем тянуть спичку, какая попадет, то и будем брать, если не договоримся. Вообще хочется на выходных съездить в Мичуринск, посмотреть все своими глазами, потрогать, пощупать. У нас особо выбора нет, так посмотрела лишь только на картинки, вот за которые я вам рассказываю. 41 500 он стоит, 1,85 м, все габариты я тоже сфотографировала, чтобы замерить, подсчитать, куда он у нас войдет, встанет. Хорошо, так что ладно, все, мои дорогие, как-то так прошел наш день. Сашуля сегодня в ударе, да и я тоже, хорошо поработали и сходила, все я узнала. Так что день прошел не просто так. Так что ладненько, все, всем пока, спасибо, что вы с нами. И прям, знаете, сидели, так нахлынули воспоминания из Казахстана немного. Я даже взгрустнула, поймала депрессию. И иногда прям вот очень хочется поехать в гости. А иногда вот задумываемся, разговариваем о том, чтобы вдруг, может быть, давай, Сашуль, поедем на машине, там еще что-то, да. Посещают такие мысли. И вроде как и не хочется, только были, надо дома делать дела. У нас тем более в этом году просто завал какой-то, и то посыпалось, и то сгнило, и забор надо ставить. В общем, как-то вот, знаете, по-разному, то хочется, то нет, то прям скучаешь до слез, то вот как-то в своей вот этой вот жизни, да, как бы не сидим ведь на месте, постоянно в движении, в какой-то работе, и некогда скучать. Но вот сейчас сидели, я говорю, прям взгрустнули, нахлынули воспоминания, и захотелось к своим родным, любимым. Ну, ничего не поделать. Ладно, все, всем пока, до завтра. Ну и вы сами знаете, что вы у нас самые-самые лучшие. Пока-пока.